Я хочу рассказать про дедушку. Я не знала своего прадедушку, потому что когда меня не было, он умер. Но у нас сохранились его фотографии. Мой прадедушка Менчуков Николай Григорьевич родился 25 декабря 1924 года. Он участник Великой Отечественной войны. Он был пограничником и стоял в Забайкалье. Его войска относились к особо секретному коду НКВД. Один раз он пошел через лес к озеру и увидел, что плывет кувшинка. Он, не раздумывая, быстро нырнул и поймал японского диверсанта. И за это он был награжден. После войны его занесло в наш город Сланцы. Утром он ходил на шахту, а по вечерам учился в техникуме. Позже он женился, и у него родились двое сыновей. А после появились внуки. Он всю заботу и любовь посвятил им. В прошлом году, 25 декабря, он бы отметил 90-летний юбилей и рассказал бы мне, наверное, очень много историй.